Добрый день, рада всех приветствовать на своем канале. И в этом ролике я вам хочу показать, как я буду пока переваливать свои помидоры, которые у меня зашли. Ролики на посев этих помидоров, какие я сорта выбирала, у меня есть на канале. Они вот у меня взошли, и я хочу показать, какая у них отличная корневая система. Посмотрите, вот. На примере, например, вот этих двух стаканчиков корешки уже проросли практически до дна. В этом году я использовала новый почвогрунт. Я брала торфяной брикет, субстрат, размачивала его и вот сажала, ну, сеяла туда семена. Вот. Результат мне очень понравился. Можно вот взять еще вот томатики тоже здесь. Вот, ну, может быть, плоховато. Вот видно, посмотрите, вот тоже корешки уже дошли до дна. Вот они. Так, вот томатики. Тоже корешочки уже дошли до дна. Я буду их пока в настоящий момент переваливать вот в такие стаканчики побольше. Пикировать я планирую немножко попозже, потому что у меня еще не организована вторая лампа для подсветки. Пока нет места. И для экономии места я сейчас просто перевалю эти стаканчики, ну вот, эти помидоры в стаканчики побольше. Вот один у меня уже стаканчик вот я перевалила, я не пересаживаю, а сейчас пока переваливаю из одной емкости, не разрушая земляной ком, в другую емкость. Сейчас покажу, как я это делаю. Вот на примере вот такого, вот здесь земляной ком до конца пророс. Здесь вот у меня отверстие я уже предварительно сделала в этом стакане. Для томатов чем глубже их посадишь, тем больше, лучше нарастает корневая система. Вот посмотрите, вот корешки опутали практически весь, вот весь земляной ком. Мне это очень понравилось, конечно, вот как в этом году она себя ведет. Так вот я аккуратненько опускаю в стаканчик томат и до верха я засыплю питательным грунтом. Когда этот горшочек томаты освоит, тогда вот я их буду уже пикировать по одному. А сейчас пока я вот так буду делать. Так я делаю не один год. Мне нравится. Может быть, у кого-то свои методы там и способы. Я делаю так. Я показываю свой опыт посадки. Конечно, никого не призываю поступать, как я. Вот у меня на старом стаканчике, как я уже показывала, я пишу номер пакетика, да, сорта с семенами. И вот здесь точно так же я указала, какой сорт я пересадила. Потом я этот стаканчик просто пролью. Если земля осядет, я добавлю еще земельки. Вот еще раз, вот у меня стаканчик. Я делаю отверстие. С одной стороны и с другой стороны этого достаточно. Вот у меня томатики. Еще раз сейчас покажу, какие корешки там. Вот аккуратно, не разрушая земляной ком, я аккуратно достаю свои помидоры из стаканчика. Вот, посмотрите, опять
Вот корешки дошли до дна, проросли. Вот такие красавцы. Вот. Опять аккуратно опускаю стакан. Здесь я их, ну, немножко распределю так, чтобы они не мешали друг другу, помидорки между собой. И опять досыплю земли до верха. Никакими стимуляторами я не пользовалась, просто вот взяла новый торфобрикет. Какой я брала, у меня тоже ролик есть на канале, в обычном магазине, вот где у нас, ну, такой небольшой садовый магазин, там я взяла этот торфобрикет. Вот опять я посадила, пролью водой, если нужно, досыплю, и на этом моя пикировка томатов будет закончена. Всем спасибо за внимание, всем добра, здоровья, удачи. Расскажите в комментариях, как вы пикируете свои томаты. Будет очень интересно.